Имею право знать. Очередной видеоурок в рамках этой акции прошел во вторник в 18 школах региона. На этот раз темой занятия стала проблема наркомании среди молодежи. На прямой видеосвязи начальник УФСКН генерал-майор Виктор Бакулин провел для старшеклассников лекцию, после чего ребята смогли задать главному наркополицейскому области свои вопросы. В основном школьников интересовало, как они могут помочь своим товарищам, если узнают, что те принимают наркотики. Ответ прост – сообщить наркополицейским. Вот тем самым вы, кто может позвонить по данному телефону или сообщить в межрайонные отделы, где у нас дислоцируется, это Кинешма, это Вечего, это Шуя и это Тейково, кто, ребята, вы там находитесь, номера телефонов я сейчас не буду давать, потому что достаточно много времени, но общий такой телефон, областной 35-85-00, звоните, сигнализируйте, и вот вы тем самым поможете своим товарищам встать на тот путь, на который называется просто человеческий путь.